Бил, ты меня слышишь? Ты меня разыграл? Я тебя найду. Ты должен ответить за это. Не ответишь, сам знаешь. Ты меня развел, как лоха. А я тебя спрошу, как с понимающего. Да ты гуляй, не знаю. Ты с нами выйдешь, ты там ляжешь. Что ты думаешь, мы лохи? Да. Я ошибся. В Москве жители нескольких многоэтажек жалуются на неадекватного мужчину, который терроризирует всех соседей, устраивает драки, постоянно угрожает и кроет всех отборным матом. А на днях схватил школьницу и пытался затащить в лифт. Видимо, это было последней каплей, ведь жители готовы и вовсе устроить самосуд, если не вмешаются полицейские. Это я же тебя обучил всем. Ты меня обучил, да, всему, всем приемам. Да, мне 5000. Незнакомцем оказался сосед, который живет в этом же подъезде и уже давно держит страхи других жильцов. Что он хотел сделать с ребенком, неизвестно. Девочка до сих пор сильно напугана. Впрочем, оказалось, это уже не первое нападение. Чаще он ограничивается только угрозами, но оказывается, иногда может и ударить. Смотрю, у 10-го дома он избивает женщину. По голове бьет кулаком. Я ему кричу, ты что делаешь? Сейчас милицию вызову. Он подходит ко мне вот так близко, как к вам. Достает нож кухонный, вот такой нож. Сейчас тебе матом на меня, сейчас тебя прирежу. Какое твое дело?